Бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в ответ на новость о том, что в четверг большая коллегия присяжных Манхэттена предъявила ему обвинение. Он назвал это политическим преследованием и вмешательством в выборы. «Они выдвинули против меня это фальшивое, коррумпированное и позорное обвинение только потому, что я поддерживаю американский народ. И они знают, что я не могу добиться справедливого суда в Нью-Йорке», – написал экс-президент. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэк расследует утверждение о предполагаемой причастности Трампа к выплате 130 тысяч долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Деньги передал бывший тогда адвокат Трампа Майкл Коэн в преддверии президентских выборов 2016 года. Плата якобы должна была помешать Дэниелс обнародовать подробности романа, который, как она утверждает, был у нее с Трампом. Сам экс-президент это отрицает. Уголовное дело Брэга, по-видимому, призвано выяснить, подделывал ли Трамп деловые документы, связанные с выплатой Дэниелс, чтобы скрыть финансовые нарушения Коэна. Возле резиденции Трампа Мар-а-Лаго уже собрались его сторонники. «Я буду голосовать за президента Трампа. Он собирается баллотироваться, и ничто не помешает ему это сделать. На самом деле, то, что они сейчас с ним делают, только укрепляет его основу». «Дональд Трамп знает, что я люблю его. Я бы отдал свою жизнь за него, потому что он отдал бы свою жизнь за нас». «У меня просто сердце разрывается от того, что он, его семья, его работники и все мы должны пройти через это. Как они посмели такое сделать?» Трамп заявляет о своей полной невиновности. Он также отмечает, что не откажется от президентской гонки.